еще невесту красивую, умную, модную. Обещаю увезти Валушту в медовый месяц. Так несколько дней назад шутил актер Иван Жидков в своем микроблоге. А ведь в это время он уже разорвал отношения с матерью своего сына Лилией Соловьевой. Актер предпочел не комментировать это событие, за него все сделала Лилия. Соловьева съехала из квартиры Ивана и сейчас живет с родителями. А накануне она подробно рассказала о расставании с Жидковым в Инстаграме. Как оказалось, Лилия хотела от Ивана надежности, уважения, но актер, по ее словам, не мог этого дать. Молодая мама поняла, что они попросту мучают друг друга обоюдными претензиями и решила разорвать эти болезненные отношения. «Когда мы начали ругаться во второй раз, я задалась вопросом, а чего хочу я? Хочу вот так жить и скандалить? Нет. Я поняла, что хочу видеть в своем партнере уважение к себе. Чувствовать безопасность. Тыл. Хочу быть законной женой. Хочу не бояться. И знать, что меня любит такой, какая я есть. Мы пытались поговорить, но после слов «я даю тебе все, что могу, больше дать не могу» поняла, что тут наши дорожки действительно разошлись. Зачем мучить друг друга? Я люблю его и благодарна за сына, но я должна для своего блага удовлетворять свои потребности. Тогда я буду счастлива, разоткровенничалась Соловьева. После расставания с Лилией Иван Жидков окунулся с головой в работу. Несмотря ни на что, он продолжает уделять время их общему сыну Степану, которому осенью исполнился год. Пока неизвестно, как пара решила вопрос с алиментами. Ясно лишь одно, Соловьева не зависит материально от родителей и Жидкова. Она вышла на работу, занимается коррекцией бровей и, судя по ее словам, вполне в состоянии обеспечить себя и сына. Несмотря на непростую ситуацию в семье актера, многие из его поклонников все же питают надежду на то, что Иван и Лилия вновь помирятся. Минувшим летом молодые родители уже ссорились и стали жить отдельно. Жидков заявлял, что не намерен возвращаться к матери своего сына из-за ее якобы неадекватного поведения. Женщина, которая хочет сохранить семью, не будет выкладывать такие посты и не будет усугублять ситуацию. Наверное, купаться во внимании и делать из меня козла, все посты не впрямую, косвенно говорят вам, какой же я плохой, важнее семьи. Я вам отвечаю, я делал все, что мог для семьи, сперва для нее, потом для себя. У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам все, что могу. Ей нет. Если ты женщина с ребенком, тебе многое позволено, но не все, писал Иван Жидков еще в июне. Несмотря на резкие публичные высказывания в адрес друг друга, Жидков и Соловьева все-таки сошлись. Возможно, это расставание пары стало временным.